Возможность выиграть $35 за прохождение простой викторины. Сервис криптопочты Skiff, за использование которой можно претендовать на ретро-дроп. Зарабатываем токены PIA за выполнение квестов на площадке Crew 3. И это еще не все. Всем привет, я Саня, и это еженедельный выпуск актуальных возможностей заработка в крипте. Ролик будет очень насыщенным, поэтому приготовьтесь поработать вместе со мной. В прошлых выпусках я уже не раз упоминал официальный русскоязычный телеграм-канал с новостями из экосистемы NEAR. А делал я это потому, что NEAR очень заботится о своих пользователях и регулярно проводит обучающие мероприятия с денежными призами за их прохождение. Из последних событий мне приглянулась викторина от протокола ликвидности Burrow. За прохождение викторины, которая состоит из 5 простых вопросов, 5 победителей получат 175 USN. То бишь это где-то $35 на каждого. Для начала нужно перейти в Discord проекта Burrow, ссылку на который я оставлю в описании. Пройти верификацию и получить первый уровень. После перехода по ссылке мы попадаем в канал Verify. В нем нужно прописать команду /verify и нажать Enter. В личные сообщения нам придет запрос о верификации от системного бота CaptureBot. Переходим по ссылке. Далее нажимаем на кнопку Login и подтверждаем авторизацию. Возвращаемся в Discord и снова переходим по данной ссылке. Проходим традиционную капчу, после чего мы будем автоматически верифицированы на Discord сервере Burrow. Уровень в Discord набивается путем обычного общения. Чем больше сообщений вы отправили, тем выше уровень. Получение первого уровня у меня заняло примерно 7 минут времени и 14 сообщений. Easy. На сервере присутствует русскоязычный канал, поэтому если вы не Борис Джонсон из Лондона, можете спокойно завести общение именно в русскоязычном канале. Получив первый уровень, переходим непосредственно к форме. Ответы на вопросы вы можете видеть на экране. В последнем поле указываем свой Discord никнейм и отправляем форму. Результаты викторины, судя по всему, объявят в Discord сервере, тегнув при этом никнеймы победителей. Поэтому раз в сутки заглядывайте все-таки в Discord проекта Burrow. А следующая новость особо актуальна для пользователей сети Solana. Разработчики кошелька Phantom добавили функцию сжигания мошеннических NFT прямо в самом кошельке. Дело в том, что иногда вы могли замечать появление NFT неизвестного происхождения в своем кошельке. Запомните, что подобные дропы NFT в 99% случаев являются мошенническими. Суть скама заключается в том, что в описании к NFT содержится ссылка, ведущая на сторонний ресурс, где обещают раздать еще больше наград. Вот только подключение кошелька к данным площадкам закончится тем, что в это же мгновение все ваши средства будут украдены и переведены на кошельки мошенников. Чтобы себя обезопасить, команда кошелька предлагает сжигать NFT, происхождение которых вам неизвестно. Ко всему этому, за сжигание вы получите небольшую порцию монеты SOL, которая резервируется для хранения NFT-токена в блокчейне. Как-то так. И себя обезопасили, и денежек на комиссии подзаработали. Спасибо бездарным мошенникам, методы которых уже всем известны. Громкой новостью на этой неделе стал анонс от команды игровой мультивселенной The Sandbox о запуске третьего альфа-сезона. Сезон официально начинается 24 августа и продлится целых 10 недель. Это пока что наиболее масштабное событие в жизни проекта. Игроков ожидает более чем 90 локаций, пользователи, продвигаясь по таблице лидеров и участвуя в различных конкурсах, будут получать награды в токенах Sand, которых, на секундочку, команда выделила более чем на $1 миллион. Если вы совсем не знакомы с метавселенной The Sandbox, рекомендую посмотреть 5-минутный обзор проекта от команды Krypton, который внесет понимание, как там можно зарабатывать, лишь проходя игровые квесты. Ключевое отличие от второго сезона заключается в том, что для получения наград потребуется пройти верификацию личности. А это, я хочу сказать, крайне положительные новости, поскольку данное нововведение отсеет большую часть нечестных игроков, принимающих участие больше, чем с одного аккаунта. Команда Krypton планирует уделить много внимания третьему сезону от The Sandbox и вполне возможно проведет серию прямых эфиров, где мы совместно с подписчиками будем проходить квесты и участвовать в конкурсах. Если я вас заинтересовал, то обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, будет весело. Долго работая с криптопроектами, сталкиваешься с проблемой выбора подходящей почты. Тема особо актуальна для тех, кто в своей деятельности использует больше, чем одну почту. Ведь не все проекты принимают почты с непопулярными доменами.
А Google Почта, тот же Gmail, вообще запрашивает мобильную верификацию при минимальном смене IP-адреса, тем самым очень сильно вредничая. Хочу порекомендовать свою находку – сервис криптопочты Skiff. Во-первых, имеем гарантированную сквозным шифрованием приватность, то есть к вашей почте и личным данным имеете доступ только вы. Во-вторых, почту можно создать лишь с помощью подключения своего криптокошелька. И, наконец, на собственном опыте могу сказать, что все криптопроекты позволяют использовать данный домен для подписок на рассылку и прочих активностей. Давайте и себе зарегистрируем аккаунт в Skiff с помощью MetaMask кошелька. Для этого на главной странице нажимаем на кнопку Connect Wallet. На следующей странице повторно кликаем на Connect Wallet. Выбираем Connect with MetaMask и подтверждаем подключение в своем кошельке. Как можем видеть, нашим логином будет адрес кошелька с доменом skiff.com, что очень удобно, и при популяризации сервиса у нас будет возможность связаться с владельцем кошелька, активность которого нас чем-то заинтересовала. Нажимаем на кнопку Next. Вводим надежный пароль и снова-таки кликаем на Next. В качестве резервного метода восстановления доступа к почте рекомендую выбрать ключ восстановления. Скачиваем его на Download Key Only и надежно храним его в дальнейшем. И готово! Вот так. В несколько кликов вы зарегистрировали приватную почту с помощью MetaMask кошелька, при этом не указывая никаких личных данных. В этой истории мне также нравится факт того, что мы подключаем свой кошелек. Не исключаю, что за раннее пользование сервисом вы можете претендовать на награды от команды. А для следующей активности нам как раз может понадобиться огромное количество почтовых аккаунтов. Мною был замечен проект на очень ранней стадии. Kinetic — будущий мультичейн NFT-агрегатор, команда которого уже на первых порах привлекла инвестиции от таких фондов, как Sequoia и Jump Crypto. На данный момент можно записаться в список ожидания, как я предполагаю, для будущего тестирования площадки. Для этого на веб-сайте проекта указываем свой адрес электронной почты и нажимаем на Join Waitlist. На почту нам придет письмо с просьбой подтвердить верность указанного адреса. Для этого кликаем по кнопке Verify Your Email. Нас перебросят в своего рода личный кабинет, где мы можем увидеть место в списке ожидания и реферальную ссылку. Если в список ожидания по вашей реферальной ссылке будут записываться ваши друзья, а может и вы сами, вы будете продвигаться вверх по списку. Резюмируя информацию из последних двух событий, создаем несколько десятков почт на сервисе Skiff. И затем, используя реферальную ссылку, выводим одну почту вверх списка ожиданий, чтобы попасть в ряды первых тестировщиков площадки Kinetic. На все про все уйдет, наверное, около часа времени. Но вы а. создаете базу из надежных почт и б. вовсю отработаете проект с инвестициями от топ-1 фондов в крипте. Считаю, что усилия будут явно оправданными. А закрывает сегодняшнюю рубрику события от площадки Crew3 в партнерстве с музыкальным NFT-маркетплейсом Pianity. Если вкратце, то Crew3 — это платформа, с помощью которой проекты могут привлекать к себе новых пользователей путем организации квестов. За прохождение данных квестов пользователи, как правило, награждаются, дабы повысить их интерес к проекту. Нас же интересует квест от маркетплейса Pianity, где за прохождение квестов мы будем получать токены PIA. Хорошая новость, что токены еще не торгуются. А это значит, что при хорошем выходе на рынок мы сможем получить весьма себе неплохую сумму. Ну что ж, приступим к проработке события. Сперва нам нужно зарегистрироваться на площадке Crew3. Для этого жмем на кнопку Connect на главной странице сайта. Из списка выбираем MetaMask и подтверждаем подключение в кошельке. Переходим на страницу квестов от Pianity и нажимаем Next. Сразу же подключим Discord аккаунт. Он понадобится в дальнейшем для прохождения квестов. Кликаем по Authorize. Теперь мы готовы приступать к квестам. Первое задание самое простое. Достаточно лишь каждый день кликать по нему, чтобы забирать по 5 очков опыта. Нажимаем на него и забираем награду, кликнув по кнопке Claim Reward. Таким образом, вы заработали первые очки, благодаря чему открыли следующую порцию заданий. Всего я насчитал 23 задания, часть из которых открывается по мере выполнения предыдущих. За все задания можно получить 640 токенов PIA, листинг которого запланирован по цене 10 центов. То есть, уже на старте торгов за прохождение всех квестов у вас на руках будет $64. Если пофантазировать об иксах, то размер наград может увеличиваться в несколько раз и составить где-то больше сотни долларов. Увы, я не могу продемонстрировать прохождение всех квестов, поскольку ролик займет несколько часов.
Но по отзывам моих коллег, с заданиями может справиться каждый, поэтому я всячески вас призываю более детально разобраться с каждым квестом на площадке Crew 3 в целом. Активность каждого такого рода не требует денежных вложений и может принести себе вполне себе неплохую такую сумму денег. Ну а на этом у меня все. Если ролик вам показался полезным, то можете поблагодарить меня лайком и комментарием под этим видео. С вами был Саня, до скорых встреч!